Завтра, 8 февраля, на погодных условиях скажется влияние атмосферного фронта Западной Европы. Его стараниями поступят хорошо согретые влажные океанические воздушные массы. В результате оттепель, на дорогах снежная каша, осадки в смешанной фазе. Итак, во вторник облачно с небольшими прояснениями. Ночью в основном по северу, днем по западной половине мокрый снег, дождь. Влажность до 100%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, днем по западу порывистый. Атмосферное давление будет расти, к вечеру слабо падать. Температура воздуха утром от нуля в западных районах до 4 мороза в юго-восточных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках от минус 1 по северо-востоку до 2 тепла по юго-западу. К вечеру от плюс 1 в западных регионах до минус 2 в северо-восточных. В среду погоду продолжит определять теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения. На большей части страны мокрый снег, дождь. Влажность до 90%. Большая вероятность тумана, который ухудшит видимость до полукилометра. Ночью и утром в отдельных районах ожидается гололедица. Ветер западный, умеренный, временами порывистый. Ночью от минус 4 по востоку до 3 тепла по западу. Днем 0 плюс 7. В начале второй половины недели сохранится теплая влажная погода. Ну а более зимние температуры вернутся лишь в выходные, но ненадолго. У меня все. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только.